Всем привет! Как у вас дела? Вы на канале Яна Кляйн. И сегодня у нас такая огромная куча сюрпризов в пластилине Плейдо. Давай посчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Огромное яйцо. Ну что, первое мы пошли уже сразу открывать? Да. Ничего не ждем? Да. Вон в красном яйце голубенький сюрприз. И посмотрим, что нам там попадется. Коты! Коты! Это кто? Это смурф! Значит, здесь везде смурфы. Давай посмотрим, какой он. Это Хакус из армии Гаргамеля. Вот такой он большой, тяжелый, классный смурф. Следующее яйцо пойдем. Да. Давай уберем в сторону пластилин. Это. Синий пластилин у нас. Внутри в нем яйцо сиреневое. И открывается. Кто там? Это, наверное, Ворчун. Нет. Ой, я не знаю, как его зовут, но у него вот здесь сердце сзади нарисовано. Ты видела какое? Красивое фиолетовое сердце. Такой у нас классный смурф. Давай уберем пластилин тоже в сторону. Ух ты, это кто? Еще какой-то смурф шикарный. Это красавчик, он с зеркальцем. Вот такая у него белая шапочка с цветочком. Белые штанишки и зеркальце. Это красавчик. Наверное. Фиолетовое яйцо. Как мы быстро справляемся? Мы уже сколько? Раз, два, три яйца открыли. Осталось совсем чуть-чуть. Фиолетовый пластилин с желтым яйцом. И кто здесь? Малыш с соской. Смурф-малыш. Как малыши делают, Ян? Плачут все время. Ты умеешь плакать, как малыш? Да. Да? А ну покажи. Вот этот малыш, а как он плачет? Как он кричит, когда маму хочет позвать? Ты думаешь, он то мама? Да. Хорошо, пускай будет то его мама. Вот такой у нас малыш с зеленой соской. Давай, открывай. Голубой пластилин. И тоже с сиреневым яйцом-сюрпризом. Вот такие яйца из серии Смурфики. И кто здесь? Ой, такой с цветами у нас. Ну, это даже не знаю, как его зовут. Ой. Цветами и с конфетой какой-то во рту. Слеза у него течет. От радости, наверное. Вот такой у нас. И открываем большой сюрприз. Что может быть в большом сюрпризе? Ой, что-то очень большое. Да. Какой-то юбилейный был сюрприз, он весь в блестках. Вот такое яйцо круглое, нестандартное. Кто там? Кто там? Давай вот, вот так его. Опа! Ух ты! Это знаешь, кто это? Это Гаргамель. Это злой волшебник, он борется со смурфиками. У него котик Азраэль. И вот они там пытаются добраться до эликсира, до волшебной эссенции, чтобы превратить все в золото. Вот он стоит на них, нападает вот такой. И они его сейчас победят. И вот этот вот пытается их помирить всех. И кто это у нас? Какой-то с тортиком смурфик,
со свечкой. А ну покажи. Вот такой красивый, добродушный, добрый и веселый смурфик в шапочке. Наверное, на день рождения он идет. Вот с этим, который с цветами, вот они вдвоем на день рождения. А эти с другой стороны. Пускай злые будут с другой стороны. Это у нас уже предпоследний сюрприз остался. Давай. А ты? Кто здесь? О, это папа Смурфик. В красной шапочке вон. С бородой. По бороде сразу можно понять. Вот такой папа Смурфик классный. У нас уже целая коллекция смурфиков. Да. Теперь нам нужно будет построить смурфячий дом. Да. Вот, из пластилина построим им дом. Домик. Домик, домик, да. Домик, да, 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 да. Ака, 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 ака. Давай снимай пластилин. И последний у нас сюрприз в желтом пластилине. Пурпурная колбочка. Кто это? Это Векси, сестра Хакуса. Вот они вот здесь втроем спрятались за яйцом. Собираются нападать. Смотри, Яночка. И тут папа Смурфик. Я. И папа Смурфик их хлоп и всех победил. Он же большой, опытный. Тебе какой смурфик больше всех понравился? Вот этот, красавчик? Ты тоже красавица? Да. Ну, конечно. И красавчики нравятся красавицам. Да. Тебе понравились игрушки, Яночка? Да. Классные, вот такие, да? Да. Ребята, если вам понравились, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях к ролику. До новых встреч. Всем пока! Пока!